начать процедуру смены владельца заказа. Итак, заполняем данные. Запоминайте, это нужно даже для регистрации нового клиента. Заполняем данные в соответствии с документом, который впоследствии будем загружать для верификации. Дата рождения, адрес, индекс, телефон. Здесь мы загружаем паспорт, первую страницу владельца, продающего данный аккаунт. Подтверждаем, ставим галочки. Сохраняем запрос, и в следующей странице мы вводим, подаем заявку на переоформление, вводим купон на 20 евро и оставляем заявку, компания нам переоформляет аккаунт.